этот турнир приезжаем уже 4-й год, то есть Виталий Сергеевич проводит 4-й год этот турнир пивоваров, поэтому хороший турнир всегда проводит, много хороших боксеров. Всегда эти турниры ведут боксеров к перспективам, потом в дальнейшем, то есть открываются двери и на область, Пиринской области, и на Украину, и на международные соревнования, поэтому очень важны эти турниры, особенно для детей, для новичков, обстучаться, обкататься, поэтому мы как бы всегда стараемся тоже приезжать, он нас всегда приглашает, ему огромное за это спасибо. Всем участникам соревнований удачи, успехов и честных боев, честных побед. Я занимаюсь в секции Виталика Пивоварова 3 года. Мне очень нравится заниматься боксом. Я сейчас очень напряженно тренируюсь, чтобы попасть на серьезные соревнования. Я провел 6 поединков и в всех 6 одержал победу. Моя цель – стать знаменитым боксером. И, конечно, очень хотелось бы победить на чемпионате Украины. Сегодня мы проводим очередное открытое пиршество спортивного клуба «Авокадо», посвященное 4-летию нашего клуба. Наши боксеры выступают на различного рода соревнованиях всеукраинского уровня. Боксеры в основном занимаются для развития и совершенствования своих физических качеств. Поэтому я с удовольствием приветствую здесь всех боксеров, все клубы, которые сегодня приехали, и желаю всем успехов и честной борьбы.